Добрый день, друзья и гости моего канала. Вот сегодня президент подписал указ о неделе выходных, вынужденных выходных в связи с ситуацией в стране с заболеванием коронавируса. Ну, как всегда, мы же подвержены иногда панике. Поэтому, чтобы не выходить из дома или как можно реже, отправила мужа в город, он сначала съездил, а потом сходил в наш сетевой магазин, супермаркет, который у нас на трассе. И вот хотела показать вам, какие покупочки мы приобрели. Вот, значит, масло. Кстати, это он по акции купим. Мы берем всегда 82,5. Вот, по акции прям дешево купил вот две пачки. В общем, все по две. Что раньше бралось по одной, теперь взяли по два. Хлеба тоже, как видите, две штуки. Вот сливки мы купили для своих кошечек. Будем давать. Сметана большая. Мы обычно маленькую берем. Но решили взять большую. Далее. Вот здесь, видите, 4 рыбины. Уже рыбы, которые я вот в предыдущем обзоре показывала. Она уже была, она у нас по 145 рублей. Сейчас она потрошенная без головы по 209 рублей. Но вот эта рыба, она не потрошенная и с головой. Вот видите, хорошая тоже рыбка. И не потрошенная, самое интересное. Это даже очень любопытно, что там внутри. И она стоит 150 рублей. И вот я сказала ему, купи 4 рыбины. У меня есть хороший рецептик, быстрый. Не тот, который есть, еще один. И она получается, вы знаете, нежная и сочная. Я постараюсь выложить рецептик, поэтому. Далее, значит, ну вот муж ест махеев, постный. Я поддерживаю пост. Ну, он тоже немножечко поддерживает. Ну, яйца, как обычно, отборочка. Далее вот такую крупу по утрам мы варим. Вернее, муж варит. Он уходит очень рано. Ну, и даже когда отдыхает, он варит. Я даже не умею ее варить, честно говоря. Далее, сайр 4 банки. Потом вот такие вот соленые огурцы. У нас закончились огурцы. Но он хотел взять маринованные. Он говорит, я говорю, а ты что соленые купил? Он говорит, как соленые? Я маринованные брал. Он говорит, да нет, тут четко написано. Он говорит, ну, а там рядом стояли маринованные. Я, говорит, еще прочитал. И вот взял такую. Я говорю, ну, ничего страшного. Вот лимончик купил он. Он любит лимончик. Дальше вот горошек, 2 баночки. Это он зашел в нашем магазине, печенюшки какие-то купил к чаю. Далее вот на рынке он купил курагу сахарную. Я ее кушаю постоянно. Это я ее храню. Вот в баночку пересыпала сразу. Поэтому так. Так, ну вроде все. А, ну и хозяйственные. Он, правда, забыл мыло купить. Ну вот купил вот такой Доместос. Вот, для унитаза он чистим таким средством. Вот, ну и все, наверное. А, вот и шампунь я попросила. Купи какой-нибудь шампунь. Ну вот он купил чистую линию. 7 трав. Вроде все я за это самое. Сказала, ну вот такие покупочки немножечко подзакупились и консервами, и рыбой. Ну то, что рыба недорогая, мне прям очень это понравилось. Ну, вот с этим я хотела с вами поделиться. Так что впереди неделя отдыха. Будем заканчивать ремонт. Вот, и уже пробираться на участок, хотя у нас снега еще. Я желаю всем полезных и хороших покупок. Всем всего доброго, хорошего настроения. Не надо поддаваться панике, но в то же время и соблюдать безопасность. Всем пока и до новых встреч!